Всем привет, с вами канал Счастливые Люди, Happy People. Сегодня у нас 9 сентября 2017 года. Я сейчас у мамы в деревне и решил приготовить нам на ужин вот из таких продуктов приготовить нам ужин. Нам на ужин будут спагетти, решил приготовить. Это у нас мясо вареное, рваное на кусочки. Здесь у нас морковка натертая с лучком. Вот, с репчатым луком. Здесь у нас зеленый лук, листья петрушки. Вот. И здесь, как говорится, у нас урожай. Помидорки, перец зеленый, перец красный. Ну и помидорки разные сорта. Вот бычье сердце, какие-то вот такие вот небольшие. И, ну и наши маленькие. Вот, спагетти, как обычно, буду варить в воде. И из этого и всего остального, из мяса, морковки и как бы зелени и овощей, буду делать подливку. Вот я все порезал. Вот таким вот образом. Вот такие вот кусочки. Красивенькие получились у нас. Зелень, перчик, лучок, морковка и мясо. Вот таким вот образом. Поставил все это на газовую плиту. Добавил немножко воды. Сейчас добавлю соль, перчик, немного специй для привкуса. И все. И потом, как вся наша кастрюлька закипит, убавлю на мелкий огонь. Вот у нас получается, закипает наш подлив. Такой вот у нас подливчик получился. Овощи с мясом. Сюда еще добавил немного базилика, черного перца по вкусу, соли по вкусу. Вот. Ну, в принципе, уже можно выключить. Так вот сразу выключу. Закроем. И вот уже вода здесь у нас бурлит, кипит. Так, в нашей кастрюле. Возьму спагетти, пучочек. И вот таким вот образом пока брошу. Ну, как размякнет, у меня так не получается. Я левой рукой, я обычно правша. Вот так вот. Как у любимого повара нашей Галинки, Джейми Оливера. Он так хоп делает, и они вот так, на меня так не получается. Ну все, сейчас буду варить спагетти. Сейчас они будут по мере того, как они будут размягчаться, вот так вот, и они вот так вот у нас будут опускаться. Ладно, посмотрим, что у нас получится. Ну вот, приготовили мы спагетти с заливочкой. Вот такая вот красотища у нас получилась, такая вот подливка, такие вот спагеттики. Одна тарелочка мамина, и это моя тарелочка. Ох, парит, горячая. Вот, ну и на закусочку у нас тут сало соленое и сало вареное в луковой шелухе. Хлебушка, перчик, помидорки и соль. Ну, вот такой вот у нас будет сегодня с мамой ужин. Ну все, кому понравилось, всем приятного аппетита. И до новых встреч. С вами были Счастливые Люди, Happy People. Всем пока и удачи.